Пять золотых из пяти возможных на Кубке мира по вольной борьбе в Белгороде накануне определились первые обладатели комплектов наград. Четыре медали высшей пробы в копилку сборной России занесли дагестанцы. Это Завур Угуев, Разамбек Жамалов, Алихан Джабраилов и Шамиль Шарипов. Помимо них золото добыл также наш земляк Магомед Мурат Гаджиев, представляющий на соревнованиях Польшу. Обладатели остальных пяти комплектов наград станут известны сегодня ночью. Там также, как и вчера, во всех пяти финалах представлены воспитанники дагестанских спортшкол.